Марио Стит, ты генерал Рима. Я привел тебя сюда с собой, чтобы ты защищал меня от Дамокла. Но ты и есть Дамокл! Боги, защитите. Ты и есть Дамокл. Да, я Дамокл. И моя история уже близится к концу. Мною управляет одно намерение. Одно исключительное желание. Жажда отмщения. Возмездие против императора Нерона, который стал поводом к убийству моей семьи. Возмездие против его презренных сыновей, которые предали мой легион. И чтобы добиться мести, мне пришлось вернуться туда, откуда начался мой путь. Вернуться домой. Опасность окружала меня по пути обратно в Рим. Зло, которое поразило Британию, теперь заразило этот город. Голодающие беженцы из нашего некогда свободного Рима тянулись вереницей по дорогам, жалуясь на свои лишения и мучения. Верховенство права было подорвано. Исключительной целью моей жизни было вернуться в Рим и покончить со злом, который ты создал, чтобы предотвратить уничтожение Рима, который я так любил, и вернуть его народу. Ну что же, славно, что мы с вами уже в Риме, потому что совсем немного нам осталось сделать, а найти и отомстить вот этим генералам, которые предали Дамокла. Ну вот он, наш новоявленный Дамокл. Что мы видим на улицах Рима? Мы видим с вами просто множество казненных. Это вот родители казненного сына просят, чтобы... Просят богов, чтобы он сразу отправился в потусторонний мир. Без лишних мук и мучений. Да, конечно, обратите внимание, некогда процветающий Рим теперь представляет собой жалкое зрелище на самом деле. Ну, мы с вами знаем, что нам нужно делать. И мы будем с вами упорно двигаться к этой цели. Я прошу тебя, покарай тех преторианцев, которые повесили моего брата. Я умоляю тебя, найди их всех, утопи их и их близких в Тибре. Но это мы сделаем с большим удовольствием. Ничего себе, гигантская стрекоза какая-то. И в стену улетела. Да, все правильно. Ну, кстати, мне кажется, сейчас, пожалуй, самое подходящее время для того, чтобы ознакомиться с содержанием некоторых свитков. Я думаю, многим из вас это тоже будет интересно. Так что поехали. Я здесь отобрал несколько из них, самых интересных, и сейчас я вас с их содержанием познакомлю. Первый свиток называется «Ларец с миром». Это вот как раз из главы, когда мы с вами заключали мир с бритами. Ну, если это можно, конечно, назвать миром. «Моя дорогая Клавдия, ты всегда проповедовала простую жизнь в свободе и мира. Сколько же раз ты умолял меня стать фермером, а не солдатом? Что ж, теперь я играю важную роль в погоне за миром. Я буду нести ларец с наложенной печатью самого императора, в котором находится договор о перемирии, предложенный бритом. Как только ларец будет открыт, и договор подписан, война закончится, как и мое славное дело. Я помогал привнести мир, мир, которым ты так дорожишь. Теперь, а мы мыслим и действуем как единое целое, давай поженимся. Я ждал 18 лет, в конце концов». Это у нас пишет Алосий Андроник. Так, дальше. Вот здесь, кстати, видите вот эту вот женщину, которая постоянно появлялась перед нашим Мариусом и вела его к этой цели. Я ставлю напоследок самое интересное, пожалуй, этот свиток про 14-й легион. «Я видел человека, умирающего на поле битвы, предмет его под левой рукой, который он держал, как родитель держит новорожденного ребенка. Наконец он подполз ко мне и протянул окровавленный штандарт легиона. Этот акт великой отваги был последним на его счету перед тем, как он умер. Я привязал штандарт легиона к пилуму и поднял его над головой так, чтобы все остальные солдаты увидели его.
Развивающийся перед ними штандарт придавал им новые силы, новую веру и мужество смести врага с поля сражения. Когда 14-й легион вернулся, этот штандарт был выставлен на обозрение. Его окровавленная слава напоминала людям о храбрости и жертве солдат, которые сражались и отдали жизнь за него, за Рим. Вот так. Это я специально вышел, потому что, ну, такая слишком... слишком... громкая музыка пошла. Вот сейчас, видите, снова спокойная мелодия. И я могу вам зачитать содержание этого свитка. Он называется «Летний дух». У этих варваров самые причудливые верования. На прошлой неделе мы захватили одно из их поселений вместе со всеми жителями. Я нашел молодую женщину, которая заявила, что она своего рода святая служительница культа, как жрица, прорицающая волю божества. Она поведала мне, как духи времен года играют с судьбой людей. У этих духов разные интересы. Они выбирают воителей среди живущих, чтобы те сражались за их дело. Она была убеждена, что Лето — это женщина превосходной красоты, которая делала все на благо человечества и давала жизнь всему, что произрастает на нашей земле. Она писала ее так живо, что я даже смог нарисовать ее изображение. Она была так убедительна, что я почти поверил ей. Есть, кстати, ну, к сожалению, этого свитка у меня с собой нет здесь, в инвентаре, но такой свиток есть, и он описывает Аквилона. Это, если помните, помощник нашего Коммода, который протягивал ему как раз ларец с этим так называемым Амиром Бритом. Так вот, сейчас я отойду. Немного смущает меня тоже вот это звуковое сопровождение. И, ну, такой вот очень светлый, в светлом одеянии. Я думаю, точно помните, когда он еще приложил руку к плечу Будики и сказал: «Сейчас не время Будика». Так вот, Аквилон — это зимний человек. Ну, во всяком случае, свиток так про него называется. То есть полная противоположность летнему духу. То есть если летний дух работает на благо человечества, то зимний дух, кстати говоря, в человеческом обличье, то есть он имеет плоть, то он делает все, чтобы насолить человечеству. Так что это своего рода какая-то борьба прям между добрым духом и злым духом, но в человеческом обличье. Очень интересно. Так, это у нас... это у нас личная гвардия императора. О, какие они мощные удары хотят здесь провести. Я пока побегаю. Хотя, что бегать? Надо биться с ними. Сейчас мы с вами немного фокуса набьем. И будет все чики-пуки. Добиваем, добиваем, конечно. Следующий. А, там еще даже кто-то подошел. Я, честно говоря, и не заметил даже. Не успел. Успел отразить. А! Больно же! Ну, не прям так много они мне проблем доставляют. Хорошо. Но видите, они такие достаточно мощные, то есть даже если я их удар отражаю, то не получается их откинуть и раскрыть их для последующих ударов. То есть такие крепкие, ребят. Ну да, это личная гвардия, что тут? Сон, ничего не придумаешь. Ай. Это он со спины уже ко мне напал. На меня напал, точнее. Ну, на один раз фокус у нас есть. Эх, один убежал. Жаль. Догнать бы, конечно, его. Но мы здесь с вами уже были. Мы помним с вами эту дорогу. Ну, практически, наверное, по тому же пути, но нам нужно будет добраться до этой, до семейного поместья. Повсюду вот эти граффити. Вот как раз он говорит о том, что видел, как некий легионер убил одного из этих претарианцев. И вот сейчас они уже, конечно, насторожились и разыскивают нашего Мариуса, разыскивают этого нарушителя.
Особенно который посмел убить одного из них. Ну, а Мариус говорит, что нужно держаться подальше от оживленных улиц. Ну, подальше от маршрутов патрулирования вот этих претерианцев. Ну, вот очередная порция. Я думаю, что здесь мы все-таки используем с вами фокус. Потому что, ну, много, плотно они с щитами. Не так уж и просто ими биться. Давайте с этим закончим сейчас. О, даже двойная казнь у нас ожидается. Это здорово и зрелищно одновременно. Следующий. Успею ли я до этих сейчас добраться? Да, успеваю. А этот стоит, как этот подвисший. Эх, жаль, конечно, своим мощным ударом. А, там уже, оказывается, даже казнь пошла. Здесь мы с вами закончили. Я думаю, тяжеловато, конечно, так вот одной рукой подниматься. Еще там щит, наверное, нелегкий явно. Взять меня. Меня не так уж и просто будет здесь взять. Так, отлично. Есть еще? Есть. Неужто ли все? Похоже на то. Это было несложно. Можно, на самом деле, и, может быть, следовало спуститься. С другой стороны, мне кажется, не обязательно. Что мы выберем с вами? Мы с вами выбираем дополнительный опыт. Фокуса достаточно на несколько раз. Плюс он будет еще после ударов добавляться потихонечку. Бегут, бегут, бегут. Вон, прям где-то там были. Сзади меня. Стоять и не дергаться. Я надеюсь, что у нас случится двойная казнь. Нет, далековато, конечно. Ну, да, по одному тогда будем их казнить. Not bad. Так самое интересное, что у нас серия-то продолжается. Давайте еще раз тогда используем, раз тут вылетел отсюда голубчик. Двойная! Здорово! Так. Ну что, еще? Нет? Пожалуй, это все, которые попались нам. Жесть. Ну и рисунок, да? Но я думаю, что правее это изображен как раз Нерон. Император Нерон. Выход. Скажите, где выход? Выход здесь. Нет, ну, конечно, очень красиво смотрится этот окружающий мир. Ничего не скажешь. Пятьдесят девять? Ничего себе. Обалдеть. Всего сотня. Короче говоря, кто-то нарисовал
не очень такое лицеприятное граффити про императора Нерона. И вот это граффити было на одном из домов по этой улице, а может быть даже на нескольких. И вот претарианцы вот так вот решили разобраться. Со всеми, кстати говоря, жителями, которые жили, проживали на этой улице. Но это слишком жестоко, мне кажется. Кто же поможет нам? Ни чистой питьевой воды, ни канализации, спать не на чем. А еда? Да, еда. Ее еще надо и выпрашивать. Ты заблудился, странник? Нет. Я пришел домой. Твой дом уже не такой, как ты его помнишь, правда? Здесь ничего уже не осталось. Круто, бонус получил к здоровью. Прям сразу. В абсолютном выражении. 450. Так, может быть, здесь еще что-нибудь можно разбить. Не знаю. Но похоже, что... Похоже, что нет. А мы с вами уже пришли домой.